Друзья, всем привет! С вами Иван Фаворский, вы смотрите Парфюмерный блог. Сегодня новое у меня освещение, да, новый микрофон, студия, посмотрим, как же будет все выглядеть. Перед началом видео хочу сказать большое спасибо тем, кто на меня подписывался, тем, кто меня поддерживает, пишет, да, особая вам большая благодарность, да, буду стараться. Так, маленькая реклама. Есть люди, да, которые не любят покупать у меня распив. Да, вот распив вот в таких ручках. Им нужен целый флакон. Я заключил контракт и сотрудничаю с Шанелем, с магазином напрямую от производителя. Allure Home Sport на примере, да, вот этого аромата мужского, оригинального, стоит 100 мл 16 тысяч. Ну, в зависимости от курса. Может больше, может меньше быть. 150 мл стоит 25 тысяч. И не соврать мне, 50 мл стоит где-то 12 тысяч. Этого парфюма, чтобы вы знали, можно у меня заказать любой парфюм оригинальный, запаковки, все полностью, можно заказать тестер оригинальный, можно заказать на распив любой парфюм. Ну, с распивом, конечно, сложнее, потому что надо покупать на толпу, да, но новый парфюм, если вам нужно, да, оригинальный, напрямую, да, с бутика Шанель идет где-то до меня доставка, 10 дней ждете, 100% предоплата. Я проверяю его и вам отправляю почтой. Так что заказывайте хоть Allure Home Sport, да, хоть другие аллюры. Ну вот Home Sport просто самый дешевый, да, я на примере на нем привел. Человек вчера, Владислав, большое ему спасибо, заказал. Я ничего с этого не имею, просто Шанель бренд со мной решил сотрудничать, да, я ихнюю продукцию продвигаю, у меня там как бы бонусная будет хорошая система скидок, поэтому мне это выгодно. Так они мне зарплату будут скоро платить, поэтому чем больше я продам, да, тем больше они мне зарплату Шанель сотрудничают. 100% будет оригинал, потому что я сам там покупал и сам пользуюсь. Вот такой вот Allure Home Sport 100 мл, да, будет стоить 16 тысяч, да, по данному курсу рублей, потому что в России, в Литуале, в Золотом Яблоке вы Allure не купите. На сайтах там стойкость фиговая, там 20 минут и все. 150 мл, вроде мне не ошибает память, это у нас где-то 25 тысяч рублей. И 50 мили, да, можете попробовать, полтинник Allure, где-то стоит в районе 12 тысяч, плюс-минус там. Вот такая вот рекламка была. Шанель, Dior, также можно другие ароматы заказать. Я просто больше Шанель люблю и больше Dior. Так, сегодня поговорим о новинках. Вот пришел Givenchy Puron Blue Label. Кто-то скажет, что это старый аромат, да? Что как бы на него есть уже куча просмотров, да, но это классика, да, оригинальная. Вот это с этого бутика, да, вот с этого магазина, который со мной сотрудничает. Сейчас мы проверим качество, забьем бач-код. Я приготовил сегодня планшет, все. Так, что-то мне свет не нравится, слишком он яркий, да. Сейчас попробуем с вами свет настроить. Все-таки он мне что-то не нравится. Как-то более похолоднее, что ли, сделать. Сейчас попробуем. Вот видите, даже можно как на дискотеке сделать. Какой-нибудь приглушенный сейчас сделаем свет. Я сегодня как ангел-хранитель ваш. Во всем белом постарался, специально выбрал для вас время, чтобы снять обзор. Люди мне доверяют, как бы. Я, если бы кого-то обманывал, да, я бы своим лицом бы никогда не светил бы, ролики не выпускал. Поэтому я сейчас продаю только оригинал, либо на распив, да, то, что есть в наличии. Ну, а под заказ можете купить любую мужскую, женскую туалетную воду. Но нужно подождать. Вам нужно будет подождать 10 где-то дней максимум. Бывает 7 дней. Доставки авиапочты идут за границами напрямую, потому что я сам езжу туда, да, сам проверяю. Вот я в сентябре поеду сам. Могу даже видео снять лично флаконов. Но пока вот такие цены. Бывают дешевые, да. Если кто вот успел, вот тот сейчас купит по хорошей цене. Мне сказали по секрету в бутике Шанель, что цены подорожают. Так, вот такой вот цвет сделаем приглушенный. Цены подорожают, просто этого еще никто не знает, да, что все сейчас вырастет, да, коммуналка, все после 15 сентября. Поэтому аллюрчики заказывать. Хотя бы полтинник можно, я считаю, купить. Найти, да, эти 13 тысяч где-то максимум за полтинник. Потому что это будет полный флакон. Потому что я не верю вот в эти, ни в барахолки, ни во что. Там вдруг вам перезалив какой-нибудь сюда альпин нальют, арабский, все. Поэтому надо запечатанный брать. Либо просите меня, вот в ручках, да, 2000, 10 мл. Тут даже 12 мл вмещается. Вот такого вот Шанельки, да. У меня есть два выпуска.
Может, скидки сделаю 1,5 вам, так что заказывайте. Так, ну сегодня не про Шанели, да, говорим, что это лучший Allure Homme Sport серый аромат. На первом месте он, потом Allure Homme, не хочу сейчас подходить, да, снимать его. И на третьем, четвертом месте уже Extreme, Edition Blanche и все остальные. Поэтому надо серый только брать. Не надо париться, надо брать всегда классику. Так, ну что, меня просили, вот, сними либо Givenchy, да, на распив это пришел. Либо Givenchy можно новый, запечатанный заказать, да, подождать, если хотите, дней 7-10, то цена где-то 7000 рублей за 100 мл. Таких цен даже в золотом яблоке нет. Ну а на распив вот такую ручку 1000 рублей. Versace также 1000 рублей. А вот такой вот огромный флакон, там есть и 100 мл и 50, но я взял огромный, да, флакон 200 мл. Он стоит где-то в районе 12 тысяч. Примерно я вам говорю. Еще вот такую красоту для себя заказал Malibu Party in the Bay. Simone Andreoli, итальянский такой бренд. Мне прям коробочка нравится такая прям. С лифтом такая. Кайфовая прям. В такой бы коробочке ручки бы вам отправить. Тоже вот этот парфюм можно новый, да, купить. 15 тысяч он стоит. Оригинальный. Либо можно заказать, все-таки лампа яркая со светом. На распив 1,5-2 тысячи за ручку. Ну, либо пол ручки можете заказать, да, цена там 1000 будет. Кокос, вечеринки, бергамот, прям лайм чувствуется, лайм и кокосовая вода. Как будто Малибу, вечеринки в стиле, где-то ты на море, на яхте, даже, возможно, на Мальдивах, да, вот эти все запахи, кокосовые масла, ты на тайском где-то массажи. Короче, женский он, мужской унисекс аромат. Малибу вот этот, прикольный. Либо флакон 15 тысяч, кто успеет, он один, понимаете, я все по одному покупаю. Либо вот давайте на ручки разопьем его, да, по 1500. Зато у меня точно оригинал. Потому что я сам этим пользуюсь, я не буду плохое продавать людям. Потому что я верю в Бога, обманывать не собираюсь. Так, Versace потом, я им как бы пользовался уже аккуратно, я там запаял его скотчем. Вот Givenchy Blue Label, мне Борис, мой любимый подписчик, говорил. Сейчас я его аккуратно открою и проверю. Я так хотел этот Givenchy вообще. Он аромат 2004 года. Есть Givenchy красненький такой, пуром. Напишите, у кого есть в комментариях. А вот я голубенький. Голубенький вот этот синий, он больше похож на алюрчик. А красный, он такой, более такой для мужика 40-летнего. Ну, для взрослого. Он такой терпкий. А этот такой легонький, свеженький, на весну, на лето. Это ароматы, я снимаю лучшие ароматы, которые, может быть, простые, да, но они, которые ты купил парню или девушка себе купила парню, офигенно здоровый флакон. Он и не ошибется. Хотел проверить этот, сразу такую металлическую штучку, да, в стержне, но тут плохо видно. Так, ну что, бач-код давайте, да, проверим. Ничего страшного, да, если я это помолчу маленько, да. Кстати, я музыку нифига не включил сегодня. Ну ладно, вдруг забанят. Меня и так постоянно, блин, банят. То комментарии мои не нравятся, то еще что-нибудь. Пока YouTube работает, поэтому заказывайте парфюмы. Номер телефона мой там везде есть. И группа есть в Телеграме. Поэтому можете... Лучше, конечно, без очереди, если хотите, напишите в этот. В Телеграм мне по номеру телефона. А если с очередью, то WhatsApp. Ну, если Viber, если надо. Пробить по батчу. Сейчас посмотрим. Просто какой год выпуска по батчу. Givenchy. Blue Label. Сейчас я через программку пробью быстро. Поэтому как бы не стесняйтесь. Если только единственное, мне каждый день не надо написывать, потому что у меня основная работа, да, если надо, как бы Allure оригинальный. Если вы не знаете, где купить, то я вам его достану. Надо запечатанный. Если хотите 1200 сэкономить, будет тестер, да, или пробники, или наборы по 3 там даже есть. Поэтому как угодно вам. У меня вот он закончится. Вот этот на распив, да, можете заказывать. Ручку 2000, я сказал. Пол ручки 1000. Закончится, мы новый закажем. Может, остаток, кстати, уже тоже подписчик Артем заберет. Привет тебе большой. Сейчас посмотрю я просто тут. Что тут, лазерная гравировка, да, лазерная гравировка. Авито том, понятно, что где-то что-то подешевле можно, да. Ну, я говорю, меня там сколько раз обманывали, да, на этих сайтах, поэтому я боюсь там Авито или еще где-то заказывать. Ну и, конечно, сайтов я приглашаю к сотрудничеству со мной. Вот за границей же со мной вышли на меня, да, Шанель как будет сотрудничать. Пока Шанель и Dior.
Ну и другие тоже парфюмы можно. Так, коды повторяются. Получается этот, если они повторяются, да, получается вроде как 13 года февраль он. Потому что тут написано, они повторяются каждый день. Поэтому это старичок, это нормально. Это не старье, это еще лазерное, это когда нормальный выпуск был. Сейчас он, говорит, переформулирован нестойкий. Так, этот парфюм Givenchy Blue Label можете целый флакон взять за 7000 рублей, 100 мл у меня. Либо ручку на распив. Всего 1000. А если полручки можете... Лучше всего, я знаете, что люблю? Я люблю распив набор. Вот такой вот вам набор создаю из 4 из 5. Можете по полручки брать, если вы боитесь там что-то, я не знаю. Лучше много разных покупать. Для чего один, да, покупать? Из 5 что-то одно вам зацепит. Можете флакон заказывать. Короче, как вам удобно. Так, ну давайте пробовать. Пустой, холостой пшик, видите? Вот пошло. Ну пока просто морская чистота, да? Вот он начал. Начал раскрываться, да? Сейчас, конечно, мы ноты подглянем, зайдем. Ну приятный аромат. Пряный он, древесный написано. Ну пока пахнет только грейпфрут, бергамот и какой-то стиральный порошок чистотой. Должен быть перец, лаванда, кардамон, полынь, тут целый этот. Альберто Морале сделал, это кто Версачи Пуром сделал, да, знаменитый парфюмер. Ну, приятный свежак такой на лето. Еще плюс надо, знаете, что я считаю? Ему надо постоять. Вот купил, да, он, нужно постоять обязательно. Поэтому либо вот этот флакон за 7 тысяч, если вас не пугает, он только один единственный. Либо новый ждете 10 дней, я заказываю такой за 7 тысяч. Ну, плюс-минус, там, бывает дешевле, там, разницу вам по курсу доллара бывает. Доллар дешевее, да, дешевле цена. Либо купите ручку вот эту, вот, Givenchy Blue Label. Пурхома, блин, да что ты меня, простите меня, пожалуйста. Я думал, все Пурхом, я их путаю. А, ну, тут Пурхом и написано, Blue Label. Я просто с красным их все путаю постоянно, с вишневым, с таким. Ну, такой запах чистой футболки белой, стирального порошка, да, чистоты. Ухоженности. Такого, что вам сейчас сказать еще? Конечно, тут ветивер, белый кедр, ладана, я тут не слышу, как тут заявлено. Цитрусовая свежесть такая. Фруктовость, аппетитность, чистота. Ну, перец, специи вроде не начинает пока звучать. Эротичный такой аромат, как для бога Олимпа. Бергамот тут есть. Такой аромат, знаете, когда боитесь что-то там в офисе нанести, когда рядом тесное пространство на работе, да, неудобно вам, там стесняетесь, что от вас сильно пахнет. Такой тихий, близко к коже сидит. Не такой, что издалека идете, да, там, как араб, как Шанель номер 5. Нет, аккуратный, тихий, никого не задушите. Таким прям надо поливаться. Поливаться, я думаю, стойкость у него будет небольшая, часов 6, часа 3 максимум. Но если он, конечно, постоит у вас, да, настоится, он будет и больше звучать. Я просто говорю правду, потому что смысл слушать всех блогеров, которые вешают лапшу на уши. Если вы на футболку его нанесете, у вас будет футболка целый день пахнуть. А если ты на кожу нанесешь, на руки сюда, ты руки моешь, он через 3 часа он слетит. Поэтому нужно говорить правду, как есть, а не вешать лапшу на уши. Потому что это свежак, свежаки не могут быть стойкими. Это надо какие-то такие, я не знаю, тяжелые сандаловые ноты, да, тяжелые ароматы брать, они будут стойкими. Ну офигенный, приятный аромат. Немножко похож на Versace Пуром, я бы сказал. Немножко на Allure, но не шибко похож. Все-таки это свое направление. Это типа вот Versace Пурома, Versace Fresh, это вот это направление. Свежак на лето сейчас приятным становится. Ну прикольно, еще же, что первый пшик, да? Надо трубочка, чтобы настоялась. На лето освежающий вообще. Стоит попробовать. Просто обычный легкий свежак. Хоть в офис, хоть на работу, хоть куда. 100 мл 7 рублей. Может быть остаток вам останется, да, будет цена дешевле. Либо ручка 1000 рублей. Ну за 1000 рублей, я считаю, можно попробовать. Набрать разных. Ну все, что тут еще скажешь? Givenchy, Пурхом, да, Blue Label вроде как. Выпуск, я сказал, где-то 13-го года, если отнять 10 лет. Made in Франция, да. Ну плохо все видно, конечно. Прикольный аромат. Обычный свежак, да, запахом, да, как я говорю, мифа, блин, стирального порошка. Заказывайте, либо целый флакон успеете после обзора, либо вот ручку 10 мл, либо полручки 500 рублей всего, 850 будет. Так, чё?
нанесем все-таки, давайте в одном обзоре, наверное, сейчас все сразу снимем, да, чтобы 10 обзоров не снимать. Нанесем, давайте, на вторую руку пати, вечеринка в стиле Малибу. Вот здесь бачкот, все-таки люблю я нишу, да, там вот всякие вот такие коробки, да, все такое замудренное. Симона Андреоли, итальянскую обувь, люблю одежду, красивые женщины, у них фильмы про любовь. Вот Бруно Кучинелло, да, вот эти всякие туфли, да, прикольно есть. Вот этот аромат прям спокойно, прям он как женский, да, но не для всех мужиков. Кто любит табак, сигареты, Том Форд, вам не понравится. Это прям лайм выжили зеленый. И кокосовая вода, и вы пьете кокос. Все, вот этот весь аромат. Остального тут ни хера ничего не слышно. Хороший такой пульверизатор. Классно вообще. Ну это прям, если ты прям миллионер в рубашке в какой-то идет цветастый, это аромат прям праздник, настроение. Malibu Party in the Bay. Парфюм интенсивная версия Simone Andreoli. Вечеринки вот эти гавайские, кубинские, на Кубе где-то, Варадеро. Море такое вот прям, погода жаркая, прям солнце. Обливаться, вот именно кокосы, этот бергамот, вот эти все коктейли, пинаколада, понимаете, вот чем пахнет. Прям секс, сексуально, если бы от девушки так пахло, она бы прям в купальнике шла. Прикольный аромат. Можно и парню, я говорю, если вы в гавайской футболке, да, где-то на отдыхе, да даже на работе сидите в мазуте на заводе, вам скучно, вам хреново, охота лето, охота отпуск. Нанесите, вот, ручка 1500-2000, 1500-2000, в зависимости от объема. Прикольно. В магазинах его сейчас нигде нету. Это клон Creed Virgin Island воды, да? Потому что кокосовые, которые там есть, да, лайм, вот это на него клон. Один в один клон. То, что пишут, что тут более свежий, а Creed более кокосовый. Creed у меня был 100 раз, я просто тогда не занимался блогером. Он противный, там чересчур приторность кокоса. А тут больше свежести, больше лайма. Вот и все отличие. Creed стоит цена 36 тысяч, а этот парфюм стоит где-то 15 100 миллилитров и 1500 ручка. Вы представляете, в два раза сэкономил. Никого не надо вообще слушать, кто там что лапшу на уши вешает. Нахер этот нужен, Creed? Creed это переоцененный бренд, как Том Форд. Он стоит дофига, я пробовал. У меня есть вот Том Форд, я им даже пользоваться не хочу. Мне он не нравится. Том Форд это понты, когда есть деньги, тебе некуда девать. Ну, прикольный аромат, прикольный, надо им обливаться, надо им обливаться. И, кстати, он будет стойкий. Такое ощущение, да, что он как будто стойче даже Дживанши. Вот сразу, да, на мой парфюмерный нос. Прикольно, кто любит кокосовую воду, да, фрукты, вот это все, бергамотики, вам сюда. Все, не надо никакие ноты смотреть, не надо никакую фрагрантику смотреть, не надо ничего подглядывать. Все, флакон 15 тысяч после обзора, чего сложного? Ручка 1500. Мне как бы сейчас нужны деньги, и я как бы стараюсь. Для вас вот эти все наклеечки, и ask, кто там не верит, да, все это есть в наличии. Просто я это не смотрю. Я заказываю, да, в оригинальном магазине, я езжу в Таиланд, я там сам был, сам с ними заключил договор, да, мне высылают эти все аллюры, и как бы никто не жаловался. Если нужно, да, можем этот аллюр разобрать и посмотреть, что здесь металл. С аллюром обмануть невозможно, там сразу по этому видно, там сразу видно. Да ты в руку берешь, ты сразу понимаешь, все четко у тебя. Все резиновое, ничего не глючит. Подделки, они все сыпятся, они все текут. По ним сразу видно. Вот такой вот был сегодня длинный обзор, да, продолжим сейчас. Вот Дживанши Пурхом рекомендую, да, ручки. Свежак обычный на лето, весну, просто никого не задушит. Если вашему мужику бывает не нравятся никакие духи, бесит его все. Вот Дживанши закажи и не парься. Либо в ручке, либо целый флакон. Ой, еще сейчас мой любимчик, перейдем, да, как бы я тут уже опять его за это заклеил, хотел его отправить человечку, но он вроде сказал, пока думает, пока, говорит, придержи. Versace Eros, я не знаю, это просто бог Eros, вы знаете бога Эроса, да, это секс, это бог секса, да, эротики, как бы такой были раньше, да, по греческим поверьям были Зевс, да, молнии, были боги раньше. Язычество было. И вот мне кажется, Versace Eros есть, можно заказать 100 мл, да, но это 200 мл. Почему я заказал 200? Ну, потому что это выгодно, дешево. И на распив, я думаю, вдруг пущу. Вот такая вот красота. Я раньше вообще... У меня еще есть Eros Flame красненький. Тоже на распив тестер лежит. Я могу на распив в ручках сделать. Ну, просто огромный. Просто фляга. Вот посмотрите, какая огромная. Вот такая вот фляга стоит, если мне не соврать.
12 тысяч будет после обзора, если кто ее успеет забрать. 12 200 миллилитров. Это 100 миллилитров у вас получается по 6 тысяч. Либо ручка 1000 рублей. Ну, 1000 это моим подписчикам. Либо пол ручки 750. Кайф, вот здесь прям кайф. Я все-таки, если бы выбрать вот из этих парфюмов, да, я бы на первое место, конечно, Allure Sport, да, поставил. Хоть на распив, да, хоть для себя, хоть целый флакон. На второе место я бы поставил вот это вот итальянца, Нишу, потому что Ниша итальянец, потому что Крид на Крид похоже. На второе место. Ну, на третье для себя я Версачик поставил. Он синий флакон, потому что я люблю ванилька тут, яблоко, бобы тонка, кислота, свежесть. Я люблю такой, он прям, сейчас я расскажу. Ну и Blue Label между ними, вот они как одинаковые, на одном месте, можно так сказать. Так, я же все нанес. Куда тут нанесем? Да вот сюда прям. Пустые холостые пшики, как обычно. Видите, без обмана все. Я именно заказал туалетку. Туалетку, да, никакую не парфюм. Хотя парфюм где-то у меня тоже в тестер есть. Я его пробовал, я в Телеграме вам про это писал. На распив можно и парфюм. Ну, короче, что идет? Зеленое яблоко, свежесть. Зеленое яблоко прям. Нарезали как будто. Мята. И сейчас должно уйти в бобы тонка, в ванильку, в сладость. Свежий, сладкий, мужской аромат. Как унисекс даже девушкам подают. Девушки прям будут нюхать, будут травиться. Versace Eros — это простой аромат, простой люкс, но он самый продаваемый. Просто вот его узнать, да, его будут покупать каждые 5 минут. Стойкость, я думаю, часа от 3 будет. От 3 на коже. Возможно, 6 часов. Конечно, я его как бы 100 раз пробовал, конечно, на прикольный такой бренд, крышки такие. На одежде будет, на футболке долго. Если хотите стойкость продлить, вот некоторые говорят, вот мне не нравится стойкость, он не пахнет, он выветрится. Так ты возьми, оболи одежду, рубашку. Просто не надо париться. Так что Versace Eros, что про него еще скажешь? Туалетка, 1000 рублей ручка. Вот такая вот. Советую, всем рекомендую. Либо вот этот флакон. Мало ли кто-то может нужен флакон. Если вас не пугает, что я сделал пшик, если вы успеете его забрать. Либо можно новый заказать. Можно заказать и стольник вроде, и полтинник там есть в наличии. Цена, я не помню, 1008, что ли. Мне кажется, лучше вот этот бутыль на распив взять. И все, больше ничего такого, в принципе, не скажешь про Versace. Че, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо даже, кто 100, 200, 1000 рублей за донат пришлет, потому что я все покупаю на свои деньги, да, как бы мне никто не помогает. Для развития канала мне будет очень приятно любая копейка от вас. Номер телефона там мой везде указан, картам привязан. Заказывайте парфюмы, да, делайте добро, мне будет приятно, да. Либо новый флакон, да, если потерпите. Либо то, что у меня есть в наличии, я вам сразу в ручках на следующий день отправлю. С вами был Иван Фаворский, ставьте лайки. Всем пока, всем добра, всем желаю счастья и мирного неба над головой.